Хорошо. Ультимейт пошел от соло. Ну да, вряд ли отпустит уже. Да. Генерал тут не живет. На миде. Сейчас будет, мне кажется, ответка от Виртус пробует, потому что два героя же сейчас под хроносферу. Хроносфера. Неплохо зацепили. Снайпер. Где? Паша, Паша будет. Паша держит всех. Почему Мистик Флэйр не кидал? Что такое? Боялись вам не на это. Ловить кого-то будет, мне кажется, на входе. Да, будет ловить. Вот Крест. Корабль полетел, нашел Толоран. Попадает по Денди. Корабль туда же. И петусами забрасывает Денди. Денди есть бладстон, с чего можно будет использовать. Не отдать фраг противнику. На развороте старается еще подраться против Вайпера. В итоге вынужден использовать бладстон. Свен тем временем вгрызается просто генерал. Старается его просто убить. Получается это сделать. Активировал так, но сразу поверх отправился. Но он чудо просто живут. 29 хп, на нем висит сворм. И слайд пробегает мимо. Вайпер страйк, но он все еще жив. Просто. А Эгис-то есть, конечно, в Кристаллайзе, он сейчас воскреснет, но все-таки вернули Вайпера через Глимс и все-таки уничтожили его. Кристаллайз, правда, в ответ тоже будет забирать, но есть еще таймлэпс. Атака Рамзес после двух ударов его уничтожает. Драка, конечно, просто, уже просто великолепный драка от Виртус Про сейчас была. Вот сейчас можно пытаться убить, Самоледик потягивает сюда Лил. Есть раскат от Зевса. Ой, как же больно здесь погибает. Он просто двоих забирает сейчас. Соло рядом, кстати, шторм 13 секунд. Но если немножечко подождать в этой драке, потом дать глимс. И можно, в принципе, генералу давать им петус на развороте. Да, Лил подтягивается, камнем встречает Патрайдера, и Патрайдер погибает. Будут его цеплять. Бить. Будут. Так, как это не очень-то. Да не знаю, знаешь, там же два героя. Еще и Патрайдер подставил. Ну, это выглядело так, как будто Роджер привел противника просто к своему. Да, просто к Бэтрайдеру привел. И себя тоже убил. Ну, 40 секунд еще без Бладсикера. Защитить нижнюю линию уже, конечно же, не получится. А настолько ли смелы Виртус Про, чтобы пойти еще и в центр? Да я думаю, да. А не видите, что не байбекается Бладсикер? Лассо. Алхимик без Аегиса, напомню, далеко под тир 4. Постараться забрать с прокаста и... Конечно же, Аганим на Вивере решает таймлэпс, друзья, и все, фул хп алхимик, а теперь уже очередь Virtus.pro нападает, Дэнди гонит прям под фонтан, его там забирает, он тоже без байбека, погибает по трайдеру, также без байбека, появится сейчас Бладсикер, а Корпера нет, на карте, какую-то они там в таверне, и падает еще центральный коридор,